Так, приветствую на канале. Сегодня посмотрим, как работает игра Shadow of Legends на смартфоне iPhone 6s с процессором Apple ID. Такой же процессор используется в смартфоне iPhone SE 2016 года. Здесь мы разговариваем с человечками. Это у нас игра Shadowgun. Такой прям суперсессионный шутер, прям как Destiny. Destiny, Warframe вообще. У нас такой есть большой город, мы здесь ходим, все круто выполняем. Ну, сейчас нам надо пойти в бой и посмотреть, соответственно, как оно там все будет работать. И, в общем, немного побегов, мы отправляемся на задание. Настройки я поставил средние. Хотя игра говорила, что могут возникнуть проблемы, но я все-таки решил рискнуть. Нагрев, скажем, за одну катку сильного не будет. Вот от сильного такого проседания я пока не видел. Ну, скажем так, это уже не серьезно. Экранчик маловат. Ну, а то, что спустя 5 лет, что устройство под что-то ворочает, это еще приятно. Как видим, оружие прорисовано более-менее детально. Это сильных дропов я не видел. Может, счетчики FPS где-то можно поковырять. Стройки в игре. Видим, настройка средняя. Ограничение FPS авто. Но опять же, игра бесплатная, вы можете просто ее скачать. Другое дело, что я не рекомендую покупать смартфон под подобные игры, потому что сегодня работает. А через полгода-год уже будут какие-то обновления, и перспективы с этого больших я не вижу. Ну и аккумулятор плюс садит неплохо. Ну так, в общем-то, прикольно побегать. Многие бюджетные андроиды так не могут, потому что все-таки процессор Apple 9 выдает 170-180 тысяч ватут, и он дает хорошие показатели по графике. Это больше 35 тысяч очков, это выше, чем у Snapdragon 665-го. Скажем так, если напрямую попытаться Apple 9 сравнить, он и видео 4К пишет. Это что-то среднее между 665-м Snapdragon и 710-м. С медиатеками тут сложно сравнивать. Какого-то прямого конкурента я не вижу. Все-таки G80 слабее. G80 не пишет 4К, соответственно, сам чип сам по себе слабее. Ну, еще можете посмотреть геймплей с записи самого экрана, самого смартфона.